из вопросов и ответов. Ну, давай, что ли, тебе расскажу, как это все случилось. Вот хорошо бы. Да? Да. Слушай, история, я не знаю, слышал ты ее когда-нибудь или нет, она чудесная. 91-й год. Белый дом. Не знаю, ты где был в 91-м году? В августе. В армии, что ли? На дне рождения, нет. Потому что я был на дне рождения, да. Я потащилась, как это было принято, на защиту на ночь. В который раз? Это был первый. И там я встретила человека под названием, там возникла тусовка, мы там встретили шестидесятников, вообще там было такое юношеское веселье. И я встретила там Андрея Волкова и с ним задружилась. А, собственно, это был мой учитель, сын моего учителя и внук моего учителя. И там же быстренько я сказала, знаешь, я собираюсь в Строгановку поступать, рисовать-то я не умею. Ну ты ж художник, а он Строгановку, Андрей, заканчивал. Ну сейчас быстро объясни мне, что там, экзамены какие сдают. Андрей на меня посмотрел, он человек вежливый, сказал, слушай, покажись моему папе лучше. Я не знаю, Миш, почему они меня взяли, у меня не было ни одного рисунка. Но я так хотела. А с чем ты пришла? А я до этого работала ИНТ, Институт новых технологий. Это отдельная история. Я там занималась компьютерной графикой. Были первые компьютеры. Вообще в России первые маки. Угу. И, как ты понимаешь, показать я ничего не могла. Потому что это компьютерная графика. Мы рисовали по пикселям мышкой. Угу. Поэтому я за ночь сделала несколько рисунков графических. Два или три. И сказала, что я рисую мышкой. Сан Саныч меня травил потом все годы рассказами. Он всем говорил, посмотрите на нее. Она пришла и рассказывала, что она рисует мышью. Ужас. Но они меня взяли. В общем, это такая школа Волковых. Я проучилась у них в мастерской, потому что в это время их приятель, такой Максим Кончаловский, организовал институт. И мне так повезло. То есть их дед, это Александр Николаевич Волков, гранатовая чайхана, музей Востока, вот сейчас висит, абсолютно гениальный художник, и они продолжали его школу. Школа была, то есть это я вытащила счастливый билет, потому что они вытаскивали из каждого, они не навязывали, чему учить, а из каждого отдельно вытаскивали, чего у него есть. И уровень культуры, обсуждение книжек, музеев, выставок, был как теплейшая атмосфера. У нас была очень хорошая мастерская. И 5 лет я вот с такими холстами в метре за счастье. Эта работа называется «Красная дорога». Не знаю почему, тебе только рассказываю. Сентябрь. Вот эта работа мне очень дорога, потому что это работа восточная. Сочетание вот такого теплого красного кирпичного и розового, еще с такой бирюзой. Угу. Я прям зашлась, когда я ее написала. Не знаю почему. Здесь все время размышляю, то ли это поиск каких-то соотношений, и очень все меняется при разном свете, и очень все меняется форматно. Ну, так. А что это, вот, Алена, правда, ты говоришь о поиске соотношений, но это всегда поиск соотношений в любом, ну, во всем, да, да? Ну и в да, искусстве, да, в частности. Да, да. А помнишь, мы с тобой говорили, по-моему, это было где-то после съемок как раз «Небо-самолет», мы снимали в мастерскую парня, и там висели его работы. Мишка были такие... Долгополов, точно. Это он, да? Точно, да, 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 конечно. Да. Ты потом сказал, что как-то у него совсем плохо дела, но я не об этом хотел спросить. А вот ты говорила, что он пишет очень правильную коммерческую живопись. Ой, слушай, да, это я ни разу так... А как это вот, как это можно писать? Коммерческую живопись. Ну, я имею в виду... 200 работ в год большого формата. То есть это просто выверенные пятна в соотношении? Нет. А как? А мне кажется, что нет. Ну, конечно, в чем мне кажется, не так. Коммерческая сторона этого?
Я слышала версии, я сама не знаю. Я не знаю, почему это происходит с какими-то людьми, с другими не происходит, почему что-то нравится, а что-то не нравится. Но я слышала версию, что в вот 21 веке, это история 21 века, мне кажется, распространение интернета. Вот это с этого началось, цифры. Очень стало важно, чтобы художник был абсолютно узнаваем. То есть я так, как мне объясняли, с тобой работают галеристы. Когда в мою юность это только начиналось, и этого не было, я, кстати, никуда не попала. И я очень расстроилась, а потом поняла, что мне очень повезло, потому что галерист, который вкладывает в тебя, наверное, какие-то, ну, даже не деньги, а выставки, средства, он и через 10 лет хочет понимать, что у него то же самое, это имеет ту же самую стоимость. Угу. Так мне кажется. Он вкладывает в тебя, имеется в виду, как и если ты меняешься вдруг принципиально, угу. Вот как у меня было несколько раз в жизни, угу. Жутко, то мне так говорили, что ты меняешь свой язык, ты неузнаваем. И это труднее людям, труднее сообществу, наверное, которые тебя смотрят. То есть ты делаешь лицо. Ты намеренно меняешь свой язык? Да, вот допустим, да, и это очень большая проблема, потому что ты находишь какой-то ход, я сама через это проходила, и он вдруг кому-то очень нравится, и тебе очень нравится. В первую очередь. В первую, конечно. И вдруг ты начинаешь это пытаться повторить, потому что это очень славное чувство, потому что вот так вот все время гореть, понимаешь, все время... Это же очень эмоциональная вещь вообще, живопись, это не графика, видишь, это вообще не соразмеримо. И я себя несколько раз прям била по рукам. Насколько ты считаешь, цифровые технологии влияют на искусство и насколько они влияли уже? А ты не помнишь наших с тобой бесед, когда мы трепались на тему того, что все будут снимать на цифру и больше не будет пленки, и у тебя была потрясающая история про каких-то, она меня потрясла, овечек, какой-то на пленке что-то остается, у тебя горели глаза, и поэтому оно живое, оно что-то там. Ты меня возил тогда к Гимпелю, и я смотрела на человека, кто снял «Рабу любви», и там ты мне это рассказывал. Вот я очень хорошо помню. Мы что-то это красил там. Примерно я точно так же думала, когда я увидела интернет и увидела страшную штуку. Как только мониторы поменялись на, как они называются, плазма или что-то, вот такие, как мягкие экраны, угу. Не стекло. Угу. Цветовой мир полностью, на мой взгляд, изменился. У меня нет очень много лет телевизора, и никакого большого. Почему? Потому что я вдруг поняла, что таких цветов, которые показывают нынче мониторы, их в природе нет. Их просто нет. Они какие-то очень нарядные, яркие и абсолютно неземные, скорее марсианские. И мне кажется, что как только твой глаз неделя за неделей привыкает к какому-то соотношению, то есть была такая штука, я, по-моему, с своим сыном тренировалась, когда ты смотришь на небо, которое, понятно, здесь какое, почти всегда, и выискиваешь в сером обычном ноябрь, представь себе, ноябрь, январь, ну, раньше как-то было более голубое, когда именно серое, ты ищешь цветовые соотношения глазом. Это такая была игра. И вдруг я в какой-то момент поняла, что я их вижу. И вот оно, это подспорье. Как только я смотрю в монитор, когда я работала или там с книжками, я становлюсь слепой. Я вот этой тонкости, вот этих соотношений, я их не вижу. Монитор, ты имеешь в виду вообще, любой, в какой бы то ни любой, было? Любой, да, потому что очень яркие цвета. И в связи с интернетом, это очень здорово, что это появилось, потому что я никогда в жизни не была столь свободна в смысле информации. Это когда это открылся мир, что когда ты можешь посмотреть любые картины, любых современных художников,
можешь прочитать про любые технологии. То есть вот это все делалось раньше глазами, ногами. И что-то там мог, особенно здесь, да, мы не так много ездили. Но я заметила такую штуку. В современной живописи очень часто бывает, что на фотографиях работы выглядят или чуть лучше, или чуть хуже. И почти никогда живопись, как и в полиграфии, никогда нельзя напечатать так, чтобы это было бы похоже на реальность. Вот это такой старый разговор с художниками, всегда приходится идти на уступки, потому что нет этой технологии, глаз сложнее. Ничего мы не научились вот за это время. Ну да, ну то есть репродукция — это всегда... И интернет — это репродукция. Слабая попытка. Интернет, что ты имеешь в виду? Интернет... У меня была совершенно потрясающая история. Я в очень взрослом возрасте в первый раз попала в Италию. И все. Я не хочу больше никуда в этой жизни. Я хочу только в Италию, потому что оказалось, что я ничего не видела глазами. Вообще ничего я не знала. И очень жаль, что в 20 так? лет, когда ты еще тренируешься и ты ищешь себя, я, наверное, была бы другим художником. Если бы я это увидела реально, глазами, реально, и скульптуру, и я там ходила, смотрела, помнишь, такую Ангелика, такие маленькие. Миш, я рыдала. Я не рыдаю. А рыдала бы ты 20 лет назад, не факт. Да. Была бы ты другим художником. Да, да. Тоже правда ваша. Согласна. Но я буду возвращаться, потому что вот как это было там в 19 веке со всеми художниками. Это очень правильная история, что художник должен ездить, смотреть глазами. Никакой интернет, это возвращаясь к этому, конечно... Прости, но Ван Гог... просил Тео всегда присылать ему картинки, репродукции всех возможных, и побольше, для и побольше. Работы, и просто работы. С них писал. Он-то видел. То есть ты можешь себе представить, что за репродукции это были тогда. И это и хорошо. Назад. Это и хорошо. Потому что ты берешь другое, когда ты в поиске работы, когда ты, ну, знаешь, ты смотришь разных художников и видишь кого-то и говоришь: ух ты, как здорово! Как вот он здорово вот он нашел. Да. Обычно это бывает лихой ход. Наверное, это композиция, Миш, то есть соотношение неба, земли и всего. Потому что цвет это, по-моему, наверное, не было в этих картинках. Не было. И для работы это очень здорово. Это, считаю, у него был интернет, когда ему присылали. Вот. То есть интернет это не так плохо. Я говорю, что это хорошо. Это прекрасно в смысле того, что это можно, ты можешь сидеть и бесконечно учиться. А цифровое искусство насколько тебя интересует? Ну, я не имею в виду видеоарт, это все-таки далеко от живописи. А именно, ну вот то, что делается на компьютере, вот то, что ты делала с помощью мышки, ну и немножко... Миш, я тебе так скажу, мне кажется, что все, что не является живописью, мне кажется, что во всех других сферах, я каждый раз, когда за что-то бралась, у меня были подобные опыты, или попытки, скажем так, опытов. Мне кажется, что нужно виртуозное исполнение и знание материалов. То есть это как графика для меня. Виртуозное исполнение — это имеешь в виду техника? И техника, владение? И инструментарий нужно знать. И понимать, что будет на выходе. И понимать, где ты это показываешь. И понимать формат. Это такое направление, как мне кажется, здесь очень много надо учесть. То есть академическое образование для художника бесконечно необходимо? Я всегда сопротивлялась, потому что, да, ты понимаешь, что я очень плохо рисую. Сейчас мы будем смотреть график. Да, при всем при этом, из-за того, что я знала, что у меня нет ни школы, ни училища, как у моих однокурсников, вообще вот с нуля, вот я вот чистый вот этот лист была. И мне даже, я могла только рыдать, а бояться я не могла, потому что я ничего не умела. Ну как, ты могла бояться, поскольку не умела? Так, меня окружили такой обстановкой, у нас была такая обстановка, я не знаю, почему эти люди, это для меня как вторая семья, вот была мастерская.
Я ощутила, что меня очень любят. Просто так. Я ничего не умела. И все мне помогали, и даже я нарисовала одну эту академическую голову карандашу при помощи всех своих друзей из мастерской. То есть художник, по твоему мнению, ну, как я это сейчас вот от тебя слышу, должен постоянно быть в тонусе, должен постоянно писать или должен что-то копить? Надо ли ему, ну вот, да, играть гаммой, надо ли ему все время руку тренировать до онемения? Я думаю, это зависит от художника. Я, например, есть такая байка, которую говорят в кругах узких. Угу. Можешь не писать, не пиши. Угу. Я, если не пишу, я очень болею. Я как будто не болею, а я теряю себя. Я совершенно не знаю, как жить вот так. Я не умею, наверное. То есть мне... Ну, люди вообще не самая сильная моя сторона. Знаешь, чтобы вот так я прям... Я люблю на людей смотреть. Я вот в метро люблю ездить. Мне очень нравятся лица, как они сидят, ходят. Но насчет Да. А поговорить? Потом, да. Ну, все-таки я же не 7-5 по лбу, сказать-то мне особенно. Ну, конечно, нет. Скажи, а что вот это за город? Слушай, какой именно? Вот это? Да. Это работа, которую я назвала «Перед грозой». Угу. И это где-то около меня. Миш, здесь нет натуры, есть какое-то ощущение, скорее всего, от... Помнишь, когда вот только собирается, и вот прошел первый во время грозы, и такой... Контрастно, плотно. Да, и как-то даже ты не можешь вздохнуть. И мне захотелось так вот написать, чтобы было вот это ощущение луж каких-то. А ты эмоциональность подвергаешь какому-то цветовому соотношению, эмоции? Ну, нет. Но это очень интересно. Это что, вопрос. Соотношение или это все-таки цвет, как эмоция, какая бы то ни была? Или соотношение? Очень часто, когда у нас выставки, делаем отбор или показываем друг другу работы. У меня есть такая любимая художница, подруга Оль Дюкова. И мы очень много вместе выставляемся. Она мне говорит: «Господи, у тебя опять темная работа. Ты что, в плохом настроении?» И оказалось, что темная работа я пишу, когда у меня очень хорошее настроение, а светлые работы я пишу, когда я загибаюсь. Что вполне логично даже. Не, да? Ну, конечно. Ты проецируешь обратную сторону себя. То есть это как соотношение двух противоположностей. Я же не думаю об этом. Оно само, Миш, оно само. Да. Вот насчет эмоционального. Ты всегда один на один. Вместе нет. Ты отвечаешь. Ты даже здесь не режиссер, ты вообще один. И иметь определенную наглость на выставках – это особенно всегда тяжело, потому что ты навязываешь, ну, так или иначе, свою точку зрения на мир. Люди не обязаны это любить, не любить, лишнее смотреть, столько всего, понимаешь? Навязываешь или предлагаешь? Ну, конечно, ты скромно там предлагаешь, но по идее ты же уже знаешь, когда тебе, если... Ну, все время об этом ты думаешь, короче говоря. Имеешь ли ты право? Ты вообще имеешь право? Ты можешь рисовать, ты можешь писать, это твое, да? А вот так вот, ну-ка, посмотрите. А есть... А все уже написано, Миша. Да, да. И построено. Да, да, и снято. Снято, не знаю, это не так давно, по сравнению с чем написано, ну, построено. И... Да. Хотя, по-моему, за 100 лет уже все, что можно, сняли, дальше уже рисуют. Но все равно что-то рисуют. Ну, теперь больше все рисуют. Скажи, немножко в другую сторону, да. А от чего зависит? Ты все-таки пытаешься, ну, ты пробуешь себя в разных форматах, я имею в виду, да. Вот именно размер картины, от чего идет, от чего ты исходишь, когда выбираешь холст? Во-первых, выяснилось, что мне легче работать с большим форматом,
потому что все-таки я, Миш, до сих пор, когда я начинала писать, даже мой учитель потом сказал, что вот до вашего выпуска я вообще сомневался насчет женщин-живописцев. Ничего себе. То есть я проходила еще всякие, все-таки мир очень изменился. Мир был абсолютно, но он и сейчас есть, на мой взгляд, он мужской. И, наверное, в этом было изначально у меня на фоне мальчиков сделать очень большие работы. И сделать их много. И потому что когда слышишь, знаешь, девочки, они там учитель может подойти, я все так хорошо помню, ну что ты здесь в портрете, глазки, носик. Ты смотришь на человека, ты видишь его глазки и носик. Алло. Вот так он подходил, и вот так вот все. И ты каждый раз ты же тренируешься, а что ты начинаешь думать, а что ты видишь? Ты вообще зачем это делаешь сейчас? Глазки носик? Или ты видишь какое-то, что исходит от человека? Или ты видишь, как свет падает и подчеркивает ну, какую-то архитектуру лица, если это портрет? Потому что у меня был период портрета. Mm-hmm. Я очень люблю большой формат. К сожалению, у меня нет мастерской. А что значит нет мастерской? Это нет отходов. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Поэтому я вот так вот не часто могу, я с большим удивлением, я очень люблю вот эту красную работу, я считаю ее очень удачной для меня пока. Но я обычно работу люблю несколько месяцев, а потом я их не люблю. Вот я очень любила вот эти две, потом я любила вот эту. Вот, вот эта работа из всех меня одна из самых любимых, называется «Дорога». Я когда ехала куда-то, там за окном так, помнишь, так мелькает, да. Абстрактные какие-то вещи. Это новая работа, которую я собираюсь, вот это вот, я ее еще не выставляла, я собираю, у нас будет выставка в октябре здесь с девушками, Ольга Дюкова и Алина Попова, вот именно в этих залах. И вот эту работу я, мне кажется, буду выставлять, потому что... Ой, Миша, я не знаю, так нагло вот так вот ровным цветом вот так записать, и вот так вот кусок солнца – это город. Вот это вот когда солнце светит, и как будто вот, вот везде разлито, знаешь, когда в глаза. Вот это вот ощущение июня, лето, какое-то дыхание. Как раз была эта пандемия. Выходить было нельзя. А, то есть это совсем свежая работа? Да, она пачкается, она... Вчера я измазалась. Я не знаю, как я это везла. Ничего себе. Свежая работа, да. Алена, давай вот это возьмем. Давай. Можем даже, да? Да. И сюда ее перенесем. Да. Куда ее? Вот сюда? Да. Да. А расскажи про эту работу. А ты видишь, Миш, как она отличается, потому что у нее нет белого грунта. Вообще, вижу. То есть я это целиком натягивала. Я поехала на Красногорку, купила бортовки и полностью прошла. У меня была целая серия, осталась только одна. И грунтовала сама холст. Почему? Потому что смотри, какая штука получается. Вот эти вот свечения точного цвета и вот эти вот кусочки оказались мне очень дороги. То есть вообще есть такая штука, ну, не байка, а история, что боясь белого холста, может быть, ты слышал? Нет. Нет. Ты стоишь перед громадным белым листом. Вот это первое. И ты не можешь решиться. То есть только потому, что он белый. А когда он на нем что-то уже подумала. Есть? И вдруг оказалось, что лично для меня нет никаких. То есть я в этой дышащей какой-то вот фактуре, вот этой вот бортовки, вот этого. Там есть проклейка, но она бесцветная. То есть это грунт бесцветный? Бесцветный, да. И мне было очень интересно, потому что свечение вот этого серого, видишь, черный неоднородный, сквозь него светится, он не глухой. А если бы был бы белый грунт, то такого черного не было? Был бы другой черный. А черный и черный, ты знаешь, это очень отличается. То есть и пойми вот сам, чем я занимаюсь. Свечением черного, вот что я сейчас говорю. Ну да. Но не свечением черного. Добиться черного, это дорого стоит.
могу тебе сказать. Да. Ну, ты сама это знаешь. Да. Вот там, где же художник живет, он же все это впитывает. Свет, Миш, свет. То есть, если человек живет, где есть рассеянный, прекрасный солнечный свет, отражающийся от воды, представляешь, как это все разлито везде. И представь себе наш климат. То есть полгода небо лежит у тебя на голове. Полгода света нет вообще. И когда я размышляла всячески по поводу, ну, все же ходили, там, смотрели Рублева, там, ну, наше все, и очень красивая работа, я прям леденею, когда я что-то вижу. Вот эти сочетания, которые он использовал, мне хочется думать, что здесь было примерно то же самое и тогда, потому что такой зеленый с таким красным и с таким синим, мне кажется, мог написать исключительно русский художник. Почему? Потому что свет, другие соотношения. Я, например, я не научилась писать ни при каком искусственном свете. Все, что здесь написано, это всегда будет дневной свет. Для меня это важно. Если еще в юности я могла писать что-то, ну, надо было при лампочках, все меняется очень сильно. То есть ты пишешь, и потом ты все это записываешь. Вот глаз так. Я очень люблю ноябрь. Когда есть 2 часа с утра, вот самый ужасный месяц здесь. Вот, но оказалось, что, во-первых, ничего не отвлекает глаз, такая спуманта, все такой гризаль, вот кругом гризаль. И это лучше весной мне дурного, потому что весной как-то проблескивает какая-то ярость. А вот эти деревья без листьев, вот эта архитектура дерев, просветы. Потому что одно дело там какие-то на меня действуют, просветы неба между листвой. Это очень всегда явственно, красиво. В ноябре очень люблю писать. Основные работы у меня получаются, у меня это хороший период, это ноябрь, октябрь даже. Мне очень спокойно. Вот мне осенью очень спокойно. Стали семейные люди. Ну вот, а здесь я решила повесить маленькие картинки. Вот, кстати, вот эта вот история про море, то самое. Про отражение. Да. Вообще, ты же понимаешь, написать море в этом как-то это. Вот что море, как вот реалистично 9-й вал. А да? Я тебе могу сейчас тоже, ну, вот показать. Мне вот наш знакомый вчера прислал вот такую. И даже потом вот увеличил. И он мне говорит, вот, смотри. Ну, ты знаешь этого Звягинцева фамилию. Этот человек. Он сейчас там, на море. На Азовском. Где там? Ну, в Крыму, в общем. Они там катаются сейчас, ездят. Я не люблю эту живопись. Некоторым нравится, Алена. А кто? А мы все разные. Да. Люди вообще все разные. А Андрюхе... Ну, видишь, как вода прописана. Ему нравится. Как стекло. Как стекло. А у тебя вот... А у меня, как на одной выставке, я услышала очень клевое выражение на Матиссе пушкинском. Пришла тетя с ребенком 5 лет. Ага. И папа их говорит, ну, мой ребенок-то наш-то лучше умеет, а потом эту же пару я увидела на какой-то у себя выставке, случайно так было. И я слышу, они за спиной говорят, как корова хвостиком. Как корова хвостиком. Слушай, ну это комплимент на самом деле уже, во-первых, от такой пары-то. Ну, видишь, ну они насмотренные, видишь, много ходят, и ребенка волочат за собой. Ребенок уже знаком с Матиссом, что он тоже так может, что он и так может. Ну, может, в нем какая-то амбиция разовьется, глядишь. Хорошо, что я не педагог, знаешь, мне это совершенно... Ты знаешь, я же нельзя сказать, что я мать-героиня. Я однажды, да, и достаточно. Вот. Это такие ранние поиски абстрактных работ. Я считаю, что здесь есть такое обращение и кивок в сторону русских 20-х.
потому что я люблю очень этот период. По цвету? По цвету, по композиции, геометрические формы, определенная юношеская наглость, с которой ты это делаешь. Но вообще я очень люблю тот период, мне кажется, он один из самых ярких в русском искусстве. Так ты все-таки модерн или контемпорари? Я, наверное, какой-нибудь олдскул. Я не знаю. Мне кажется, это должны какие-то искусствоведы назначать. Ну да, да, да. Назначать, да. Как художник может себя назначить? Стол. Я-то вообще считаю, что я реалист. Моя живопись полностью, я занимаюсь, как это, русским реализмом. Это у меня внутреннее, прям точно. Хорошая точка, кстати. Шутка. Есть вот люди с врожденным, очень сильным талантом. В нашей школе говорили «класс ватерпас». Это люди, вот мой учитель, он мог с пятки на любой формат вот так вот выстроить настоящую модель. Когда ты это видишь своими глазами, чем? Любой материал. Миш, ты, естественно, ну, я хочу, и ты сутками сидишь, и как тебе велено... Играешь гаммы? Нет, ты хотя бы... там есть два разных... У нас было сейчас их больше. Два разных подхода. Такой тоновой рисунок и такой более, как в Строгановке, помнишь, из геометрических форм они понимают. Там, тело или... Неважно, что на самом деле. Я очень потом мучилась. Я, Миша, рисовала до сведенных рук. Уже после института, через 10 лет, когда я поняла, что я... Можно я тебе покажу, мы подойдем? Вот, ты сейчас поймешь, это все было сделано, такая серия, для того, чтобы я начала с нее. На больших листах серия называется «Советская элегия». Для того, чтобы... Я быстренько. Здесь две серии есть. Понимаешь, да? Я взяла громадный формат, чтобы... Это тушь перо. Тушь проливается, ты все портишь. Там. Я потом ее перетанцевала, если ты помнишь, на тарелке, да, на фарфор. Помню, конечно. У меня даже есть парочка. Да. И потом, это вот такая из советской жизни, ну не из советской жизни, из детства, Миш, все из детства, естественно, я не знаю, советская. И вот это была очень большая серия, такая смешная. Про девочку. Про кроликов. Про кроликов. Потому что у меня была, это 12-й год, потому что заболела моя бабушка. И моя бабушка перестала узнавать предметы. И я придумала историю, очень большими их рисовать, и ставила ей планшеты. И мне казалось, что я буду побеждать болезнь, старость. Бабушке было очень много лет, и она узнавала. То есть старый человек, 90 лет, ну уж не знаю, насколько, извини. А, вот смотри. Это я рисовала, когда я книжку мышиную делала, я сделала себе такой рисунок, потому что я рисовала книжку в ушах, карнавальных, и сделала себе это такой... Это одуванчики? А я не знаю, нет, Миш, это я нарезала из какой-то резины, из старой обуви, такую форму, и вот так вот сделала, потому что мне неохота было закрашивать, мне важно было, смотри, он спит, у него во рту пальчик. Вот. Видишь, все такие. А вот сова. Да. Вот это совка и барабанщик. Видишь, сова в очках. И такая вот серия, такая вот. Ну, в общем, здесь, видишь, у нее она здесь у него шоколадочка, а здесь она за руки держит ручных медуз. Понимаешь, да?
И тоже она на бедузе качается. Откуда ты брала этих медуз? А здесь вот видишь, он бежит в специальных колошках, потому что она садится, и здесь поток может случиться из-за чашки чая. А это я, вот это я помню, откуда я брала. Это она учит твердому знаку. Как научить ребенка читать твердый знак? Я просто учила свою сестру, когда мне было 4 года, на даче читать. Хорошо это помню. Вот эту штуку я сделала, когда я увидела Васю. Вот это очень смешно с гусем. Я очень хорошо это помню. Это оператор. Не знаю, почему с уткой. Вот, смотри, видишь, он в очках уже начал такой. Вот. Здесь противная птица, она боится. Она может куснуть. Ну, да. Здесь тоже... Я не знаю, Миш, может быть, это все я имею возможность как-то не делать что-то серьезное и делать какую-то ерунду. Да, вообще, мне кажется, серьезное делать как-то скучно. Вот. Угу. Да, русская и японская. Тебе... Да. Ну, в общем, здесь много... Смотри, она рыбку держит. Да. А рыбка уже умерла, она не знает, она ее обнимает. Что? Да-да-да, нет, конечно. Вот. Ну, в общем, здесь всякие разные. Обезьяна. Обезьяна язык показывает. Обезьяна показывает язык. Опять? Да. Да. Это домик мой. Видишь, дверца открыта. Угу. Вот. Я хотела тебе показать русское... А, здесь очень клевая штука, которую я хочу рассказать. Как ты знаешь, у меня была очень такая давняя подружка под названием Ленка Плесова. Да. С которой ты тоже работала. Да-да. Ленки не стало. Я так впечатлилась, что я сделала небольшую историю про смерть. Мне захотелось сделать смерть, когда она не столь ужасна. Мне показалось, что Ленка там где-нибудь сидит. Вот. Вот такая вот, видишь, смерть. Она. Это к тому, из чего берется. И берется из жизни. Наверное. Да. Получается так.